Поехали. Всем привет, дорогие друзья, с вами Турбоёжик и двое идиотов, мягко говоря. Чё сказал? Один идиот и двое нормальных пацанов. Ладно, пошли в лапу. Гаси его, гаси его. Они меня убивают. Ладно, ладно, не идиоты, Никитос и Денчик, всё, всё. Мы конопляшку растоптали, всё, я тут посадки делаю. Кстати, это какая-то неправильная кукуруза, белая. А это жёлтая, чё за фигня? Мне что тут не нравится. Смотри, это начинает кукуруза. А, да-да-да. Это растет уже. А какого хрена? Вот это высокая, а вот это так себе полукарлик. Ну, раз по-разному они. Умник такой, что ли? Ты что, офигел, что ли? Такой умный стал вообще. Ну, лук ничего не делает. Ты тоже не расслабляйся тут вообще. Да вы чё? Вообще, в волейбол пора поиграть. Ты будешь качком. Лови подачку. Бухун, лови его. Странно, почему у меня хп не отнимается? У нас, короче, броня ломается, но хп не отнимается. Вы что, офигели, что ли? Гасим, 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 гасим Васю. Хороший, я не Вася. Вася, хороший. Я праздник отправил, надо. Я пошел кататься на курице. Пошла вон. Кыш, кыш, кыш. Да пошлите в болото, там клещи спавнятся. Иди сюда. Ведьма. Домик ведьмы я нашел. Иди нафиг. Так, езжай отсюда. Вы хорош, давайте, пошли сюда. Да. Ну вот я в море, в болоте. В каком болоте? Ну рядом с домом, там болотный биомчик. Там, где ты родился. Санкт-Петербургское болото. Ну раз так. Хорош жрать там, жрет, что-то там чавкает. Это не я. О, я тыкву нашел, ребят, нам тыквы нужны. Так, у меня тут куча редстоуна. Мне все равно, что у тебя там, какая куча. Так, может пойдем на кого-нибудь там, на босса какого-нибудь. Он тут существует. Тут император боссов. Я вот ключи сейчас ищу. Давайте в ад сегодня сходим в этой, в этой серии. Кстати, да, пошли в ад. У кого обсидиан? Тебе бы скидывать. Все верно. Так, стоп-эндер, я тут таймсеты делал. Все, привет. Пошлите строить, да, вот эту обсидиановую хрень. Давайте вот здесь построим. Давайте обстроим. Так, а Кремль есть? А что, в доме собрались строить? Что я застрял, да? А. Так. Сейчас я... Огниво как она дело. Строилась ты? А, вот так. Угу. Раз, два, три. Раз, два, раз, два. Вот, два, на три. Вот. Три. Мне то надо еще тогда. Заткнись, обжора. Жрет, блин, жрет. Скотина. Так, какая. Стройте портал, я огниво сделал. Какое нафиг огниво? У меня нету кремния, давай быстрее огниво. Вот. Опа. Ну чё? Вообще я в воду скину все, все, весь хлам. Алмазные ботинки никому не нужны. Так, ну я, короче, лишнее уберу, типа, кирок. Да, я тоже вот все это выкину, потому что... Не, кирку я, наверное, оставлю. Не, ребят, давайте все вместе туда пойдем. Ну, вдруг да. Там реально другие мобы, которые гораздо сильнее. Нет, мне страшно, мне страшно в ад идти. А, хавчик, хавчик, у нас еды нет. Хавчик. Хавчик, ну у меня есть немного, но это только на меня. Кто забрал мою картошку? Я вечно ее ставлю, вечно кто-то забирает, блин. Картофан. Я его выращивал, старался. Ну так иди вон одну кукурузу сломать, что ты тут? Моя кукуруза. С нее мало падает. И вообще ее надо заново посадить, потому что, блин, здесь кто-то вскопал ее уже. Чуть-чуть морковки, но если не... А рядом что растет у нас? Ну они не такие, невкусные. А, вот хлеб можно сделать. Не, семена лучше не берите. А вот жареное мясо у нас 17 штук. А, верни! Мое! Кому? У кого сколько еды? Вот я половину кидаю, кому надо, возьмите. У меня 2 золотых яблока. Все, я сейчас покрафчу еще этот. Еще и 8 яблок нашел. Хлебушек. 3 штуки. Давай. 4 штуки. Почему эти ноги не раздаю? А что морковку не берете? Вон морковка валяется. Не, морковку оставь, она для семян. А, окей. Ну чё, морковку, погнали. Картошку лучше оставить, и ты вообще закину всю лишнюю. Я кирку на всякий взял. Вдруг там что-нибудь полезное. Ну да, бери все.
Пошли, поехали. Погнали. О, моя, у меня кружится голова. О, нет. Мир теряет смысл. Эй, что-то у меня хреново она кружится, я ни хрена не пойму, чего он так долго. А все, я попал сюда. Я куда-то попал, я не знаю, я обратно... О, подожди, подлагивает, подожди. Хорошо. У меня нормально все. Так, конечно, нормально. Давайте добудем вот этот чертов камень, потом будем это делать. Факела там, все такое. Подожди. Смотри, как быстро копает, да? О, кварц. Кварц. Кварц, 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 кварц. А что из кварца можно делать? Кварцевый блок только? Да, кварцевый блок. Может здесь чекпоинт поставить рядом с этим? А, ну да. А, кстати, надо бы. Я поставил. Блин, тут лопата еще нужна. У меня все есть. А это что за песок душа? А? Да. А это что за хрень, ребят? Сейчас, ребят, вернусь. Лава фоам. Что за лава фоам? О, это что-то новое. Ну, давай добудем. Вот. А где вот злые мобы? О, свинтусы, ну... там внизу. Пошли туда вниз, спустимся. А песок душ мне не дает. А что это было сейчас? Я песок душ. Свинтус, там. Пока. Еще один свинтус. Где? О, прикольно, парк. Ребят. Я теперь не знаю, где я вообще. Ну ты в аду? Я в аду, я как бы телепорт зашел, но как бы не зашел, вот. Гаст, гаст. Я его с первого раза убил. Прикольно, но он меня тоже шмальнул. Теперь мне надо как-то наверх забраться. Чекпоинт поставил, надеюсь, да? Вот. Светящийся камень нам, наверное, не нужен, да, сюда? Я в лаве тут плаваю, но я так хреново пловец, конечно. Я появился. Я вижу. А не проще было пройти вокруг этой лавы вот так вот? Я хотел проверить себя, испытание. Так, чекпоинт поставил. Мне не нравится, как я горю. Так. Вы где, ребят? Я спокойно перепрыгнул. Ребят, вы где? Пошел вон. Ты что делаешь? Ты что творишь? Спокойно перепрыгнул. Вижу, как там ползет еле как. Хорош, не надо. Я сейчас начну глубоко. Ползи, ползи. Где вы? Он я так расслабился там. Да, нашел. Это блок. Я не могу летать. На, убил. Блин, из-за тебя я... Да ты! Нашел. Я тебе это припомню обязательно. Ну догони сначала, догони. Песок душ, он в мою пользу. А если такое, кто это меня стреляет? Бедняга, умер. Так. Я пошел наверх. Кто чем, я опять светоблок добываю. Что ты там добываешь? Светоблок. Светоблок? Так, нам надо замок найти с эфритами. А ну иди сюда. Чтобы зелье варить, по идее. А, ну ладно. Ладно. Ну как делается, по-моему, как и обычные блоки, типа. Ничего интересного тут нет. Только кварцевые хрени. Нет, я вот нашел для себя хорошую вещь. Че, девушка? Нет. Хорошие вещи ищет он для себя. А как замок найти-то? Так ты вот. Там замок какой-то есть. Ну да. Там где эфриты. Не. Так, ну может, чё? Будем просто это добывать. Ты чё, темновато. Давай. А, лава. Тут грибы растут. О, нифига, его там много. Шесть. Чё-то на светящуюся нашел. Да, их вообще до хрена там. Интересно. Ты что, в аду не был ни разу? Нет, но я типа. Их там до хрена, понимаешь? Слишком до хрена. Чё за фигню я нашел, а ну-ка. Что это такое? Как называется? Где мобы? Я не знаю. Читай. Так, упс. Где мобы? О, блин. Какие-то зеленые штуки. Я не знаю. Так, что-то я боюсь туда прыгать, потому что тут какие что-то... зеленые штуки? Я не нашел. О, светоплот. Red Ant. Добывай. Нет. Подожди, эту хрень чем добывают обычно? Светопыль? Мечом? Светопыль? Лопатой? Да, любым предметом. Рукой даже, да? Да. Я киркой ломал. Так и так выпадет. У меня тоже так повыпадало. Ребят, тут какие-то звуки непонятные. Это гаст. Детские такие, да? Да. Это летающая коробка такая, которая стреляет фаерболчиками. А где она? Ну, лучше ее тебе не видеть. Почему я хочу? А, да! Она где-то рядом. Это опасно ему. О, а там кто? Там кто-то стоит. Правда, в твоей броне, тебе все равно на него.
Так, подожди, я кого-то нашел, кто-то там отстоит. Блин, ну мне до него добираться как? А это зеленая, это руда или что? Вот тут зеленая, вот это я не знаю. Вот я нашел ее как раз. Это как руда, ты ее добыл в шахте или... Или что это вообще? Блин, это блок разлетается. Почему я ничего не нахожу? Вообще нифига. Стоблоки улетают. Какие блоки улетают? А, вон она летает. Вот она зай. Она ко мне летит. Он от Гаста так бежит, блин, зайка. О, я упал! Охренеть, я сейчас тут подниматься. А в принципе, он тут какой-то островок есть. Блин, ну я как потом домой-то доберусь, а? Да вон чекпоинт, ишь. Так есть, ну типа, все равно придется долго добираться. Я 200 метров туда, от дома. Все, я туда пойду сейчас. Это будет, блин. Все, я, короче, тоже мне надоело в аду. Я домой. А я замок найду пока что. Ух, блин. Ищи, что хочешь. О. Как только я отсюда выключу, начнет звездки лагать. Ля-ля-ля. Смотри, так. Как быстро копает эта кирка. Я скоро сломаю свою кирку из-за вашего ада. Я хочу до того чувака добраться. Кто он там такой? Че он там стоит? Летающий? Там что-то явно. Да не, он как мечник такой, знаешь, вооруженный такой весь. А, он походу замок нашел. Угу. Ну там ну, типа перед ним... хитрость, хорош жрать. Где? Перед ним, короче... Где? Так, блин, у меня координаты... Так, ща. Покажу. Так. А, он замок нашел, вот, точно. Ты где, ты меня нашел? Я сзади тебя. А, здесь это... из карта. Ты дурак, что ли? Блин, я его в лаву скинул. Блин, надо его тпшить к себе. Так. Не, ладно, не тпш. Стой там, я пойду до этого чувака схожу. Ай, блин. Ай! Ты задолбал! Я к себе тебя, а ты, блин, убегаешь. Я не ожидал. Да я ж тебя спасать хотел, я ж тебя в лаву скинул. Ну его нафиг. Короче, нам надо плыть вот туда. Ну там охранников куча. А, вон на черную эту, да. И фрит летает, смотри. Давай его убьем. Там какие-то вообще стоят. Давай его, да. А, это слизень, адский слизень. Вот того надо. Надо вон туда. Ты его убил? Короче, пошли вон. О, я замок тоже нашел. Вы, наверное, там. Ты туда хочешь? Пошли сюда. Давай, йоху! Слушай, пропоехали. У меня... Я тону! Я не могу выплыть. У меня пол хавчика вообще мало. Спасибо. Ой, кто там взрывается? Я не знаю, куда мне плыть, я вообще... Так. Давай я тебя пну вот так. Подожди, мы были вон там, надо вот сюда, вот сюда, вот сюда. Подожди, куда сюда? Да, вот сюда, вот смотри, вот сюда плывем. Вот куда я плыву. У меня еды мало. Ой, и сушители вот эти вот. Давай потолкну. Иди туда, встань передо мной. Давай куда-нибудь. Встань передо мной, да стой. Стой на месте, стой на месте. Так, сейчас я тебя... Ох, ты задолбал. Да стой на месте! Ты что, пнуть не можешь? Так, еще раз. Ты неправильно, не в ту сторону. А туда вот нам надо, вон туда. Не, я к берегу. Я лучше по пешком пойду. У меня броня уже ломается, наверное. Да. Так. И кто тебе сказал, что туда? Мы вообще неправильно упали. А, вон, да, туда. Туда нам надо. Ну просто остров оказался выше, чем мы рассчитывали. Тогда он выше. Вон, твой адский слизень прыгает. Не. Давай его убьем. Вон, я его убил. Блин, даже посмотреть не дал. Я только развернулся. Ты не отлетаешь, между прочим, в лаве. Угу. Прикольно, да? Хорош жрать. Практически. Блин, вот это прикол. Так, короче, ну я знаю, что надо делать, но... Надо замок быть, вон он. Мосты стоят. Это ты, что ли, меня? Нет. Да, я тебя поджигаю, отойди от меня. Мы друг друга поджигаем. Серьезно? Ну. Рядом стояли и друг друга поджигали. Ну ладно, я пошел вот так через shift. Я за тобой. Давай, работяга. Только я не вздумаю в самом конце меня пнуть в лаву. Я тебя сейчас могу пнуть в лаву, если хочешь. Так, ну вот она туда. Слушай, у меня уже хп начинает отнимать, приколись. Я тоже. О, я нашел. И огонь не кончается, блин. Что делать-то? Я сгораемый такой стал. Я яблоко съел.
Какое? Золотое. У меня его нету. На парочку. Так, словишь? Давай быстрее. Должен словить. У меня нету пустого места. И что, помогло? Ай! Блять! Вот только реакция была. Подними меня как-нибудь. Ну иди сюда. Ай, горю, горю. Так, стой. Сейчас бомбанет опять. Это кто стрельнул? Это тварь одна. Чего я так долго горю? Я не пойму, блин. Угу. Мне уж надоело гореть. Если честно. Пошли там. А, вон ифрит. А! Я его убил. Хорош. Все, я перестал гореть. Там еще кто-то. Убивай все. Ты тоже перестал. Все, больше не падай. Фух. Погнали. Не, я. Давай ты, короче, иди это. Блин. Че прям. А, ты сюда хочешь? Все, я уже. Там почти что. А вот это что за черные блоки, не знаешь? Это, не знаю. Это новый блок, который добавил. Сейчас скажу. Ай, что-то упал. Так. Ну блин, он стоит прям на этом. Ага. Все, у меня есть палочка ифрита, да. А, лава фом. Не знаю, это новые блоки, которые добавляет этот мод. Прикол. Это никто не знает, для чего они. Если а, вон, знает... смотри, смотри сюда, сюда иди. Погнали. Зачем? Кто-то там стоит. А, ну, вон стоит. Я вас вижу. Это свинтусы стоят. Я вас вижу. Я тебя не вижу. Это ты стреляешь? Да. Что вы тут делаете? Скинули тебя в лаву. Ай, он хочет меня пырнуть. Идет сюда, плохой. Ты понимаешь, что если мы тебя скинем, мы тебя не тпшнем обратно? Иди что? Сюда, мой хороший. Кинул нас, да? Этого тоже давай к себе заберем. А, я тут был почти. Блин, обида. Пошлите. Погнали сюда. Я же сам почти пришел. Только, блин, не толкайте вы. Да не парься, не будем. Ну, если толкнем, все равно обратно. Пошли замок обследовать. Где эти скелеты, которые супер-мега сильные? Помните их? Черные вот эти, да-да-да. С мечами. Угольные. С них уголь падает еще. Я их поубивал уже много. Да? Ага. Только мне голова их не выпала. Вот бы собрать три головы и все. И мы можем сделать босса и сушителя. Да? Ты умеешь делать босса? Угу. Конечно. И что с ним делать потом? Убивать его. И что с него падает? С него падает там уровень и звезда ада. Из него, из звезды ада можно маяк сделать. А-а-а. Вот, я нашел. О, видишь? Подождите. Голова выпала или нет? Нет. По-моему, его надо убивать не этим, не поджигающим. Смотри, вот здесь огромные эти свинтусы. А вы где вообще? О, вот еще и сушитель. Ребят, вы где? Сушитель, где? Да, мне надоело, вы где? Вот ты тоже здесь. Какой, блин, я же сказал, подождите меня. О, кто? Слушай, у меня траванул немножко. Так. Прикольно. Череп и сушителя нету, блин. У меня так. Ничего не может выпасть, потому что у меня переполнен инвертариус. А, что вы тут, ребят, смотрите. О, там еще продолжение замка есть, вон. Вот сюда давайте, вот сюда надо, наверное. Да. Вот сюда. Погнали. Это дорожка. Блин, что-то тут походу коварно как-то. Да чё ты? Я думал, просто так Адам называет. Где вы, скотины? Вон. Прыгай. Офигели, сейчас я вам как прыгну, блин. Да, да. Да, и тебе тоже расслабился тут. Стреляет меня там что-то чем-то, косоглазый, фу. Смотри, все горит. Якуты. Эта тварь где-то летает. Хорош жрать. Скинет нас сейчас всех отсюда. Давай быстрее. Я тебя подтолкну вперед просто. Куда? Давайте разделимся. Муравей красный! Че он в аду делает? А, ну там, в принципе, там... Пошли тпшиться на красного, ребят. Зачем? Не знаю, посмотрим, может он вообще в адский красный бьем приведет. Подожди, как он? Нет, он никуда, он не это. Голой рукой, я уже тпшнулся. А не. Мир динозавров. Вот брахиозаврики тут ползают. А мы тут пока что это.
походит. Не знаю, ну как хотите, но вас будет лагать. О, блин. Ай-яй-яй-яй-яй, почему это? О, тут, кстати, картошка. Походу, этот мир динозавров это Белоруссия. Здесь только картошки. Так, тут ничего интересного. О, у меня тут мир прогружается, лава, клава. Нет, ты что, тут это блоки есть. Хорошо, жрать задолбал. Ням-ням-ням. Цветоблоки добавили. Приятного аппетита. Чтобы ты подавился и сдох. Хорошо. Я сберу. Все, пошли давай. Какой я добрый друг. О, тот самый этот лава. А я пойду аллозавра искать. А ведь если он добавлен, наверное, он это, другой какой-то, нужный. Так, слышишь? Тут у нас это, тупик. Копаем. Тупик. А, подожди. Они в аду, блин. А я муравья нашел в аду и убежал от них. Картина такая. Так, мне нужно теперь сделать клетки для ловли динозавров. Я хочу зоопарк в Крыму. Слушай, а где клетки? Так. А, вот они, по-моему. Так. Вот как их крафтить? А, вот, 4 по углам, 4... Так, ниже, что-то мы ни хрена пока что не нашли. Ну, может быть, выберемся. Зря лазите, да? Понятно все. Это знаешь, что типа обман? О, наверное, лава. Тратите мои драгоценные ресурсы. Ай, я вообще... Кровно мной заработанные. Я вот-вот динозавров ловить пытаться буду. О, арбузик нашел. А, вот аллозавр, я нашел аллозавра. Я его поймал. Клеточку. А! Стой, осторожней сейчас. Опа, подожди. Опа. Так, второй аллозавр. Одного-то мало. Давай поединки аллозавров сделаем. Так, и куда мы вышли? Все, я его еле как поймал. Хрен за куда мы вышли. Вот видите, дорогие подписчики, как надо делать все. Блин, я хотел прыгнуть уже. Давай прыгай. Ладно, может кинуть тебя, а? Потолкни меня, я на ту сторону перепрыгнул. Вот давай. Еще один аллозавр. О, круто. Красавчик. Так, а меня кто подкинет? Сам прыгай. Разгон, слышишь? Брахиозаврика. Это мелкая бабочка. На меня атакует. Ой-ой-ой-ой. Голубая руда. Гасить их. Water Dragon спаун. А, водяной дракончик. Нафиг он мне не нужен. Надо... в этой серии нам надо найти этих черепа и сушителей. А в следующей нужно босса будет убить. Вот так вот. Ну, если сможешь, давай. Ну, надо побегать, поискать. Так. Так. Я пока динозавриков половлю. Чё там, повертуете, голубки, блин. Тут стены. Я не могу понять, где мы. Так, ну там вот суша, там небо. Суша. Там небо. Ну я, короче, на небо, я пойду потихоньку возвращаться домой. А да, в другую сторону. О, смотри, смотри, сюда иди. Смотри. Что это за херь? А, больно! Гаси его! Гаси, я тебя спасу! Что это за урод? О, жирный еще, зараза. Больно бил меня, 3 сердца снял. О, блядь. Вы где? У меня один раз ударил, 3 сердца снял, ты охренеть можно. Ну, это босс, наверное, какой-то маленький. Типа, а что с него падает, это что-то какая-то... Так. Как он может 3 сердца с тебя снять? Сахарный тростник, ну посадим, чё. Ой, что-то звуки страшные. Выбили с босса сахарный тростник, я не могу к ним тпшнуться. Мой дом в 1000 километрах. Мне страус. А ну-ка, толкай. Уверен? Да. Жрет там что-то опять. И дал. Да ты тоже при этом не глубоко. Лазь где-то в интересных местах, меня бросили. О, там опять этот чубзик красный. Надо его вот так вот. Как я буду 1000 километров домой добираться? Я говорил. Не глубоко. Короче, возвращаемся к дому. Тут что-то есть. О, смотри, сколько бабы. Охренеть.
Ну, скотина, сдохни. Никто не хочет поставить дом на лаве. Так, ты сдохни тоже. Есть такие люди, которые в аду строят дома. Смысл тут? Почему? Ай. Почему? Ай, эти тоже, кстати, больно бьют. Там можно грибочки выращивать. Из-за этого только. Так, 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 так. А ты что ту хрень добавишь? Что это вообще? У меня 35 уровень, блин. Да. У меня 25. У меня нулевой. Чаровалка нужна. О, тут уже кто-то включил. Так, сейчас уже 1600 километров. Нам осталось только подняться, и все, мы уже вернемся обратно. Да, нам надо еще как... Ну, утомишь, что нам надо... Еще... Блин, эти... Ой, слышишь, не какие-то мечи падают. А, золотые. А, блин, гасят эти. Где ты? Свинозомки. А! Фух. Где вообще? Я всех разгасил. Вот я собачку приручу пока. Слышно, мой близко нам 100 метров осталось. Кутя, хорош жрать мои кости, давай. Я дырку вижу. Все, у меня теперь две собачки. Иди, сдохни! Гази его! Просто нет, вот так вы пожираете. Кто-то мне ВК плудит. Так, дальше. Так, тогда нам туда надо. Короче, пофиг. Ай, блин, идите вы нафиг, а! Меня атакуют, зомби. На. Ну, маленький, блин. Убивает, все. Господи боже, 1400 километров. Когда я доберусь домой? Я никогда не доберусь домой. Я 16 метров мяса, все. Я... Фух, дома. Сейчас хороший дроп уложу. Надо побольше сундуков сделать. Чего вы там накопали? Много кварца. Блок какой-то есть. Лава. Ага. Лава. Вау. Может, я как-то, может, тут перейду. А я с девочками сжигаю. О-о-о. Варили на тавров. У меня 1200 километров до дома. Блин, как я доберусь вообще, не знаю. Никак, наверное. Так, кварц это полезная штука. Зато я принес динозавров с собой в клетках. О-о-о. Так. Светопель нам сейчас надо вот так вот сделать. Расположить его и сделать. Все, у нас есть светильники. Короче, я их в сундук положу. Гениально. Расставит их где-нибудь. А я обратно в ад отправлюсь. Так, нет, долго будут телепортироваться-то, нет? Ты что, опять застрял? Пытаюсь. Так, вы смогли найти этого урода? А, я уже дома, отлично. Не, головы и сушители. Я сейчас еще раз пойду искать, я в другую сторону. Слушай, а как этого дракона заспавнить? Дракона? Деревню нашел. Прикалывайся. А? Если к дракону идти, то нужно искать замок подземный. Мы уже нашли. Вы уже нашли? Ну, ты же в замке был. Нет, не в аду, есть Эндра. В Эндермир? Да, в Эндермир. Короче, вот в нормальном мире есть замки под землей, и там, короче, тюрьма мобов, и там находится это Эндер портал. Короче, хер найдешь. Да, ходил? Да. Да? Угу. Кстати, кто-нибудь хочет зачаровальню? Я тут деревню нашел, и тут книжек много. Давай, собирай. Точно? Да, собирай. Асак уровень. Все, книжки обокрал, на меня этот носатый так плохо смотрит. И хочет мне 24 бумаги поменять на один изумруд. Да пошел ты. Где мои? О, император скорпионов здесь еще. Гаси его с лука. Я его буду очень долго убивать. Ну, в принципе, убью когда-нибудь. Надеюсь. Потому что лук у меня хороший. И с него выпадает много интересных ресурсов. Он отбивает мои стрелы некоторые.
Я близко к замку. Здесь. Так, что-то я не понял. Блин, тут кварца куча вообще. Можно домик сделать из кварца маленький. Нафиг тебе маленький домик из кварца. Ну а чё, он красиво. Я сейчас убью, короче, императора скорпионов, надеюсь. Или он меня. Ну, скорее всего, я его. И мы закончим серию. Уже 30 минут. Мне какой-то подписчик, ну как какой-то, подписчик, короче, написал, что 30 минут максимум снимает и задолбал, блин. Ну и так, все в таком духе. Ну, конечно, не говорил задолбал. Ну, это читалось в его глазах. Сам уже приукрасил дочери. Я люблю преувеличивать. О, курицы, 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 курицы. Император Скорпионов что думает, что способен меня убить? А, все, один выстрел, он сдохнет. Я пошел к нему делать коронный выстрел. Ножом я его убил. А, с где? Него мясо падает, приколитесь. И я зачарованная лопата какая-то. Где оно? Шапка алмазная зачарованная. Защита, защита от снарядов, о, подводник. Есть. Замок, замок, есть. Шо? У кого какой уровень? 35. 31. Фу. Этот императора убил, а мне серого 31. Так, а я решил заняться механической частью дома. Ну, кстати, тут конопля понасажена. Можно сейчас пособирать ее. Так, так, так. Ну, выкинем стекло к чертовой бабушке. Я разорю деревню. Все-таки я спас их от страшного дракона. Да, а дракона прям. Ну, император скорпиончиков. А где? Ну, и кстати, понял. Ребят, вы в настоящем мире сейчас? Нет. Я вообще дома. Зачем мне 1000 километров ходить, когда я могу тпшнуться? А этот в аду? Лысый. А, ты сам ты лысый. Кто лысый? Сколько вы тут вещей привезли, я хочу посмотреть. Класс. Ну, так. Батарей. Фигня какая-то вообще. А. Так, блин, это фигня, это нормально. Что-то. У меня в моем инвентаре было так, в 300 раз больше. Так. Верстак. В середине дома верстак всегда был. Так, ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте больше лайков, комментируйте. На этом заканчивается вторая серия. Крымский полуостров построен, мы развиваемся, изучаем мир. Путешествуем. Он врет. Ну да. И я вру. И всем пока-пока. Всем пока.